Сегодня день работников дошкольного образования. С профессиональным праздником воспитателей поздравляет глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Именно работники дошкольного образования являются первыми наставниками наших маленьких граждан, закладывают основу нравственности, культуры, помогают детям познать окружающий мир и преодолеть первые трудности, принимать еще совсем маленькие, но уже очень нужные решения, прививают любовь к родному дому, земле и родине. Это настоящие профессионалы своего дела, трудолюбивые, творческие, для которых быть воспитателем не просто работа, это призвание, образ жизни и состояние души, говорится в поздравлении Рашида Темрезова.